мы поиграем в игру Sleep Attack. И это Tower Defense. Слушай, вот она кнопка Play. Блин, я ни за что не догадался. Прикинь. Вот в среднем глазу. Нужно нажать на средний глаз, вот чтобы начать играть. Ты бы не догадался, я ее сразу заметила. А я не смотрел, понимаешь? Я как бы интерфейс изучал. Вот. Игра, кстати, в том числе доступна на Андроиде. Вот. Ну, думаю, что на iOS тоже. Так, а что дальше-то? О, вот так вот, да? А, не, ну вот, кстати, вот первый уровень, мы как бы крутим. Фишка тут в том, что это радиальный Tower Defense. Вот так вот. Монстр жрет, играет. Я думаю, многим здесь это знакомо. Жрать, играть и спать. Так. Это что такое? Неизвестно. Неважно. В общем, играем. Так. Tap the location to build a tower. Ты понимаешь, да? Tap. Как бы. На что в основном ставка делалась? На какую платформу делалась ставка? Так, как теперь вертеть-то это все? Ладно, видимо, вертеть меня пока не научили. Отсюда пойдут вот они уже пошли. А что делать? Окей, можно ее апгрейдить, но апгрейдить пока нельзя, потому что мне это недоступно. И... Уже можно, уже доступно апгрейдить, уже научили монетоньку. Похоже на таблеточку. Возможно, это просто успокоительно. Во, можно ротейтить. Ага. Все, потому что они будут идти через разные вот эти вот штуки. Я должен защитить их все. Все проходы защитить. Точнее, отбиться от всех волн. А, причем вот они сейчас все как бы такие здесь оказались. Смотри, смотри, смотри. Я им устраиваю веселье, и им стрёмно. Ты видишь, да? Им реально стрёмно. Оп, у них начинается головокружение. Так, еще можно загрузить? Недостаточно. Недостаточно средств пока. 20 это, очевидно, здоровье нашего монстра, которого нужно всячески защищать. О, пойдут с двух сторон. Окей, вторую башенку. Тогда нужно сделать вот так вот. И... Так, заапгрейдить вторую башенку я не могу. А вот это уже опасно. Многие знают, что я вообще большой любитель, на самом деле, Tower Defense. Так, чтобы получить комбо-бонусы... А, нужно убивать. Нужно убивать. Вот, как можно быстрее убивать. Оп, монетонька. Так, пойдем. Я бы даже сказала, как можно эффективнее. Да, как можно эффективнее. Редко в какой игре, кстати, можно получить бонус не просто за эффективное, а за эффектное убийство врагов. Вот ты, Марина, знаешь такие игры? Вот я так вот с кондачка могу вспомнить только две. Чё? У тебя есть бесполезная башня? Нажми на нее и продай. Хорошо. Финальная волна. Давайте. Ты играл в какие-нибудь такие игры? Я подсказываю. Кармагеддон. А еще есть игра, которая мне нравится как раз вот именно вот этим вот аспектом. Она называется Bulletstorm. Это такой шутерок, экшончик. Но там вот реально можно клево убивать. Убивать красиво и получать за это бонусы. Так, смотри, какой он довольный, а. Выглядит так, как будто он сейчас... Выглядит реально вот так, как будто он сейчас проглотит эти три звезды, мне кажется. Ну-ка. Unlocked, глюга, новая башня. Нет, смотри, ты не проглотил. Хотя могли бы и уронить ему звезды-то. Так, теперь у меня две башни. И по канонам вообще, да. Вот вообще, вот четко по канонам вторая башня это всегда замедляющая. Вот по классике вторая башня это замедляющая башня. Так. Ну, вообще обычно я... Вот паузу поставлю. Блин, какая неудобная пауза. Блин, я даже не знаю, честно говоря. Ну давайте. Стрелялку, а потом... А вот фиг знает, они как пойдут вообще. Вот, все. Тогда замедлялку сюда. Ой, ё-моё! Так, стрелялку и замедлялку. Я чё-то как-то не уразумел, что они сразу... Чё? О, вот это тоже, знаешь, такая мобильная штука.
Черт, а что, я не смог защитить, что ли, своего монстра? Ну, давайте вот добивающую башню поставить. Ё-моё. Так, стоп, чуваки. Так, мне надо подумать. Вот вы выйдете отсюда. Как, вот как бы так развернуть-то все техничненько? Стоп, ребята. Блин. Ну ладно, так пойдет. Это что-то, по-моему, нет, стоп, так не пойдет. Пойдет вот так. Так. Ну да, вот так лучше, однозначно. Определенно так лучше. Сейчас мы еще прокачаем. Чуть-чуть вкачаемся. Так, можно пропускать волны. Угу. Отлично. Давайте. Стоп, нет. Сюда вот. Плюс 20. Угу. О, новый тип врага. Кто они? Шорт-степ. Слабые враги. Угу. Башни, которые против них хороши. Такая сонная фигня. Да. Вот эта штука должна затащить сейчас. Есть, во, вот я получился как раз бонус. Тут был значок. Очевидно, возвещающий о бонусе. Не, наверное, все-таки вот так вот надо. Да, вот так развернемся. Черт. Ну, а сейчас почему нет? Ой. Вот так вот. Чтоб все сюда пошли. Ой, один засадный вылез такой. Думаю, что заапгрейдить? Неохота апгрейдить мне замедлялку, я лучше заапгрейжу стрелялочку. Стрелялочку заапгрейжу. Я что-то чувствую, причем лучше вот эту вот стрелялочку заапгрейдить. Или купить тут. Вот знаешь, в чем отличие этой игры от многих Tower Defense, в которые я играл? В чем? Ну, обычно вот я люблю в Tower Defense играть, как бы, я называю это тактикой укрепленных районов. То есть я такой беру, короче, фигачу какие-нибудь укрепленные районы. Так, вот здесь сейчас поймаем их. Все. То есть в каких-то конкретных местах обустраиваюсь. А здесь как-то получается так, что в конкретном месте не обустроиться. То есть тебе по-любому нужно более-менее так защищаться везде. Вот. А я люблю выбрать какую-то, знаешь, так посмотрел на карту, так посмотрел, окинул взором, прикинул, где вот слабое место самое такое, узкое место. Вот. И в этом узком месте организовал оборону. Вот. Вот я люблю именно так действовать. А тут что-то как-то так действовать не получается. Что есть вот одно. Не, ну в принципе, можно было бы, да, сказать, что вот это вот самое узкое место, потому что по-любому враги проходят через него. Они все так или иначе стремятся сюда. Но тут особо и не укрепиться, потому что всего два места. Вот. Хотя я, насколько это возможно, сейчас укреплюсь, конечно. Так. Пишут, что новый предмет у меня в инвентаре Стима. Это означает, что игра с карточками. Специально для тех, для кого это важно будет. Причем, знаешь, так можно делить же. Вот я сейчас так, знаешь, половина зашла вот там. А теперь другая половина зайдет вот здесь. Не-не, лучше даже вот здесь. Такой хитрый ход вообще. Максимально хитрый ход. Разделяй властвуй, точно, вот что это такое. Ой-ой-ой, а вот это уже опасно. Последняя волна. Так, стоп. Как бы так заразместиться-то? Вот как-то так, наверное, надо на самом деле. Чтобы им всем примерно одинаково пришлось идти. Прежде чем они смогут добраться.
хочу за 260 еще купить апгрейд, чтобы у меня стала супер башня. Которая будет просто... просто убивать. Так, монеточки. О, все. Есть. Пулеметная башня есть. Пока все не трудно, но так оно и должно быть в начале, поэтому я, конечно, особенных надежд не питаю. А игра называется Sleep Attack. И напомню, что доступна, насколько я знаю, также и на мобильных устройствах, в частности на Android. Так, Power Tower. High damage projectile, hitting one enemy at a time. Ну, как бы, мощная такая снайперская башня. Ой, power. Ну, конечно, конечно. Сейчас, какой сейчас Tower Defense обходится без каких-то специальных пауэров? Причем, я, конечно, не уверен, но, возможно, пошло все это дело с Kingdom Rush, где помимо башенок появилась еще магия, которой может пользоваться игрок. Так, ух ты, боже мой. А, нет, это наоборот, это кусалка. Прикинь, она такая будет раз, короче, и кусать противников. Я поставлю, наверное, тогда здесь 4 кусалки поставить. Да стоп, ну что вы меня торопите так? Ну ладно, я поставлю кусалку. А здесь стрелял бы. А, нет, смотри, это все-таки штука, которая плюется. Это артиллерийская башня. Ну, кстати, не совсем по канонам, потому что обычно в третьей башне появляется башня со сплэшем, которая атакует по площади. Стоп. Вот я же могу сейчас вот так сделать. Хитрый ход такой. Раз. О, вот это уже усложнение пошло, пошло усложнение. Стоп, вот сюда вот. Мне кажется, мне надо все равно раскачивать вот эту башню, потому что она последний рубеж. Эта башня — это последний рубеж. Последний, что защищает бедного спящего монстра. О, причем эффективно защищает. Так, стопы. Откуда еще полезут? Ну, угадал. Тараканы какие-то. Так, что такое? Если тебе нужен help... А, о, можно активировать... А, действует на все поле. Ну, логично. С мобилок же, господи. Естественно. А, и замораживает всех, кто находится вот в пределах центрального круга. Нет! Ненавижу, когда так получается. Потому что, блин, мне нравится как бы... Ну, в общем, перфекционизм, чтобы ни одна дрянь не пробежала. Ну ладно, что теперь? Заново начинать не будем. А как ты, Марина, относишься в целом к жанру Tower Defense? Вот в целом. Это не мой жанр. Не твой жанр? А что твой жанр, кстати? Ты же знаешь. Квесты? Графические новеллы? Для взрослых. А, черт, я не буду отвечать на пока, пока мы выясняли жанр, любимый жанр Марины, у нас тут опасность возникла, я что-то задумался весь. Ну, РПГ твой жанр, да? Я надеюсь. Ну, скорее всего. Скорее всего. Понятненько. РПГ и кликеры. О, а вот сейчас усложнение, смотри, это пошло усложнение. Ну, я бы не была так уверена насчет кликеров. Боже, слушай, это опасно. Так. Не, вообще, кстати, не так уж и опасно, норм. Но вот сейчас надо сделать вот так. Все. Вот теперь точно норм. Так, и эту штуку прокачиваем. Чтобы прямо был дикий пулемет. Мне не нравится, когда нужно самостоятельно на монетки вот эти нажимать. Максимум, который я
готов простить игре, это чтобы мне нужно было провести курсором рядом с монеткой, вот просто провести. Чтобы не нужно было нажимать, а просто как бы провел рядом, обозначил присутствие, все сделал, что требовалось. Думаю, еще нужно усилить оборону, как здесь надо подкопить. Не люблю. Люблю, когда симметричненько, поэтому надо подкопить. Во, теперь можно. Все. Я сейчас при желании могу даже больше не вертеть карты, на самом деле. Думаю. Думаю, что могу не вертеть карты. Давай-ка. О, угадал. А вот это уже опасно, кстати. Вот когда много мелких врагов, это реально может быть опасно, потому что, вот знаешь, так выстроишь себе какую-нибудь оборону непроницаемую там для сверхжирных врагов, а потом налетает толпа мелочи, и чисто за счет того, что их много, и они на высокой скорости, они тебя карают. Причем не так, как тебе нравится. Так, я могу улучшить вот эти штуки. Ну что-то, наверное, я лучше улучшу вот эти штуки. Давайте, давайте. Все сюда. Тут всем рады. Пауза справа в центре, пауза вот здесь. Но зачем она мне нужна? Она очень неудобная. Сюда. Что-то как-то. Не, вот вообще, ты знаешь, как бы, я сейчас уже такой думаю, что пора закругляться. Сижу такой и думаю, что пора закругляться. Вот. Ну, что я могу сказать? Вот на мобилке я бы, наверное, прям зарубил. Вот, честное слово, на мобилке прям зарубил бы в эту игру. А вот что касается компьютера, то, конечно, все-таки Kingdom Rush, ребята. Kingdom Rush. Ничего лучше не придумали. Kingdom Rush. Бесплатная флешка. Вот именно бесплатную флеш-версию. Фигачьте. По классике. Все. И вот все, что нужно. А это Sleep Attack. В принципе, тоже, в общем-то, необычный такой Tower Defense. Можете попробовать, да.